Вода пройдешь после этого, перед пожарным, короче. То нам надо быстренько все убить. Упс. Рискат уходит, БДК нет. Давай пока. А куда они все делись? Не, я говорю, что БДК у нас все офф, нам надо танк искать. Кудорно есть БДК. Не, не, нету. Так у Джерри у нас... Без монтик дали. Я уже ждал тут флэш. Так неохота БДК заходить. Так Джерри он может зайти. Естественно, это три танка. На этом боссе, на следующем боссе. Ладно, сейчас. На пожарном кто будет танчить? Ты будешь танчить? Угу. Ладно, там Хадир не надо, там три танка. Торим тоже не надо. Пожарный надо. Мне не надо. Но власти тоже надо. Трейд, дай мне. Сейчас мы начнем. Я перезайду на ДК. Тогда гутербол в хила. У вас три хила будет. Это тебе РЛ Никикой Андрикса. Короче, просто убиваем босса. Три танка. Я первый начну танчить, твой второй, третий Джайрион. Убиваем левую руку сначала, потом правую. Кто не танчит босса, забирает на себя осколки. Танчит их, мы сливаем. Все просто. И так по кругу. Сейчас я зайду на ДК. Кашет в степях, это вообще нормально? Не знаю. Давайте бафы по ДК. Ну, хотя все есть уже. Чекну просто. Просто бафа нет. У меня есть. Так, все готовы, я пошел начинать. Можешь забирать, вот. Играем все, сорян, правую руку, вот эта звезда. Потом в левую. Джирен, забирай босса. Вот танчи, осколочки. Ничего, махильте. Короче, танчи до конца, пока левая рука не появится, у правой я заберу босса.
Прожмись, когда появится в руках. Прожимайся и держи на себе один стак. Играйте правую руку все. Так, я на себя заберу. Осколки играйте, вот забирай на себя босса. Все, можно добивать босса. Не бейте руку, просто босса. Без смертей, походу, да? Вот. Раз. Короче, танков мало здесь. Просто зергаем босса. Без ачив каких-либо. Кому-то вещи надо. Левая рука, может. Ого. Это что вы ролили сейчас, меч? Угу. Левую руку. Сейчас я дам тебе меч. А это кому надо? Фога, тебе надо? Мне на левую руку даже. А какой ты плати? Все вижу. Финиш трейд. Пролайся, дам тебе меч. Тут тактика тоже простая. Весь рейд стоит под боссом. Ловит, короче, просто ловит клиф магический. Будем так его называть. Альте, кидай на меня сразу антифир, ну как с пула, начнем босса танчить. Джерриан и Войд на мобах. Я левых возьму. Сейчас я начну. Давай. Давай. Альте, давай антифир. Следующий антифир хилика даст. Встали все под звездочку. У босса есть клиф, дали рост. Играйте в трэш. Все в трэш играем. Сначала надо трэш залить, потом босса. РДД в звездочку становимся, милики, пока бейте этих трэш. Главное быть под боссом. Ну а не забываем косты сбивать. А кто там вар? Ну, никчем, надеюсь, топовый. Вот, встали опять под звездочку. Скоро будет луч, с него выйдет моб большой. Его надо сразу убить. Он ваншотает любого игрока, кроме танка. Сначала будет маленький луч с мелкими мобами, потом большой луч. Вы просто забегаете от него подальше. Сейчас будет клиф, потом луч. Выбежали. Встали в звездочку. Встали в звездочку вот так. Встали в звездочку. Под босса встали, играйте в дикого защитника. Вот видите, появился дикий защитник. Появится лужа, вы от нее отбежите. К сожалению, один человек умер. Убивайте каст. Я сбил каст. Становимся быстрее под босса, будет клиф. Вот этот клиф идет. Снова маленький луч с мелким трэшем. Третий антифир, проси. Да, уже лямп 500 осталось. Ну-ка, партии на антифир на БДК, если не хочешь. Да. Могли сделать без смертей. А вы где, ВВК? О, а что, нашел гильдию уже? Или да, нет? Да я не знаю, куда идти. Тоже... Много предложений, да, там? Но, кроме кнутроха, вот. Цар 6.5 умирает в луже. Это просто пиздец. На классике за это выкикнули. Помолчи, Джерри. Твои комментарии здесь не нравятся. Я хочу сказать человеку правду, что он не очень. Ну, говори, я так знаю об этом. Можешь мне не говорить. Говори лично в ПВМ, просто там не мусор Басерка. Там ее убил защитник, а не лужа. Что ты хочешь от меня, Хилика? Я извиняюсь, а у кого можно меч собрать? Держи трейд, отдам тебе меч. Ой. Так, ну здесь там... Спасибо. ВДК не надо. Заду, наверное, на шамана обратно.
Выходит Джерри. О, босса, поставлю шкаф. Выходит Джерри, он не смог затаунтить вовремя моба. Давай, зайду. Ну давай, заходи, я на шамана туда зайду. Ладно, давайте добьем. Игниса в конце надо будет, мы же добьем, там тринкость его на мишку. Да, можешь соло бить. Ну так я пойду буду как. Мне с Саурией надо было кольцо, а не упал. Ну просто не в кайф этим ДК ходить. Там он типа. А Капара, ты уже там квесты появились на сбор печатей? Видите те сугробы? Если в них зайти, появится мелкий трэш. И придется его убивать, мы будем тратить много времени на это, так что не заходите в них. А вот пожарника надо мишкой, там последняя печать у меня тоже. Значит, будем падать. Нет, идет мишка зависит. Там, ну, БДК мишка хоть про товар, там любой танк может быть. Тоже заденет тоже. Ну-ка посмотрим. Там же танчить первую фазу считаем, там проблем нет, берсу отдал и все. На пулы есть два на пулы. Хороший тем более. Даль уснул. Не, я писал просто сейчас. Понял. Засыпаю. А на третьей фазе. На третьей фазе да, знаю. Только нижняя часть танчится. У него гроз первой фазы сохраняется. Так, сейчас я пойду на шамана. На тебе Ирелла пока. Ну что, можно брать на печати квест, но там надо будет брать. Я сейчас попробую взять, я тут недалеко стук. Чё мы такое, чего никогда не делаем? Ты чё делали? Да просто ты думал, а чего? Мы хотим по фасту просто плюс ноль сделать. Но если тебе надо, ты подаешь заявку, говоришь об этом до рейда, и мы ее делаем, разумеется, друг мой. Бить в чем прикол каждый раз сталевома последним. Ну потому что это легче всего. И опять же по фасту. Хардмод считается. Ну да, еще это хардмод. На стечение обстоятельств. Чудо. Вот бы для нас. Ну, хотя на самом тоже. Деле. На самом деле, да, там все боссы, они одинаковые по сложности, просто чуть больше мне надо проговаривать. Сейчас я приму сумон. То, что вам нужно сделать во время боя, это постоянно двигаться, чтобы на вас не вешался дебаф трескучий мороз, появляется справа под картой. Легко заметить, там КД на Геру часто бывает. Что еще? Когда босс кастует там какой-то трескучий мороз, появляются две меточки возле в комнате. Вы стоите рядом с ними. Идете, пока снежный ком туда упадет, и забегаете в них. Это нужно сделать для того, чтобы вы не заморозились, мы вас не разбивали, не теряли ДПС. Заодно сделали ачиву. Как-то так. Кулак под сейчас я сдам. Так, принял сумон. Так, ну я надеюсь, Юпи описан, вы выхилите рейты, наверное, Валема. Я что ж в хиле. Чего? Ну у нас три хила. Я тоже в хиле. Не знаю, здесь один хилил когда-то. Ладно, сейчас опоем рыбу начнем. Хочешь, оставайся в хиле.
чек. Хитрота, дубасик. Дубасик. Все готовы, пошли. Видите, появились ледяные вспышки, надо их разбить. Там дружественные НПЦ, которые будут нам давать три вида дебафа. Это такой светлый лучик, костер и грозовая туча на одном из игроков рейда. Три бафа собираете одновременно, получаете ачиву. Видите, грозовая туча, сказал Хайли Селаси. Ему надо сбежаться, чтобы получить баф. Вроде спейлить рейд присты, а мы так ачиву не сделаем. И, пожалуйста, не стойте в мелких метках, они наносят очень большой урон. Вот. Вот видите, ледяная вспышка пошла, встали рядом с метками. Вот, упал снежный ком и забежали. Если вы будете стоять сразу в метке, то вас откинет. И вы не сможете, если не успеете, скорее всего, добежать. Сбивайте опять НПЦ. Не дадут нам баф. Ледяная вспышка. Не забивайте двигаться. Вот, костер появился слева от босса. Тоже дает дебаф. Баф, точнее. Три бафа. И вы собрали чего? Вот опять ледяная вспышка. Встали рядом с границей кружочка и забежали в эту снежную ком. Никто не заморозился. Осталось добить босса. Подиспельте присты, палы. На мне два дебафа. Надо попрыгать. Утюнь, мороз, мороз сделали. Печать. Последний раз мы его делали, блядь, год назад, наверное. Две недели назад, наверное, делали. Посох кому-то надо. Иди да забери, она это в сундуке. Да я себе решил забрать анрулом. И красивый посох. 98. Почему там ничего больше не упало, только одна вещь? Потому что с этого сундука падает только одна вещь. А, тут вот их два? Не-не, это не смотри туда. Это секретный, секретный ящик для меня. Вот это щит крутой, визуально. Да, он стоит 1010 как раз для ивентовойда. Защитник. Ничего, у нас нет ТЦ в рейде, вряд ли мы сделаем ачиву. Покоритель. Другого моба побейте. Хотя тут даже не... Хотя тут даже не ТЦ было дело, а ТЦ. Ладно, сейчас попробуем. Фуга, фуга, фуга. Сейчас будем пытаться делать бессмертей. Смотрим, что там у нас. Кто вы имеете в виду без смерти? Ну, что мы делаем? Чтоб никто не убил. Да, ее делаем. Мы всегда ее делаем, и всегда у меня почему-то серая на Ториуме. Почему-то, не знаю почему. Странно. На этого босса я не знаю тактики. Наверное, надо просто его убить. 1, 2, 3. Короче, кто пойдет с Войдом в комнату, поставьте плюсик. Бьерн. Там много будет людей или мало уже? Не знаю, что мы изимот. Да, изимот от бессмертей. Так, Утербол, апельсин это хилы, Юпи хил. Бёрн, давай тоже в хила.
Бёрн в хиле будет оставаться в комнате. Пойдет Гутербол, Войд, Кайли Селаси, Леголас, Хилика, Капарсия. Вот эти типы. Вы же, наверное, помните, что там нужно подождать, пока танк нагрит мобов, потому что мобы имеют свойство станет танка на 2 секунды. Если вы начнете дамажить моба, он сагрится на вас и убьет вас. Тогда мы не сделаем ничьи. А кто же хилить будет в комнате? В комнате будет хилить Бутербол. Ты будешь хилить его. Ну, в туннеле я имею в виду, а в комнате оставшийся рейд не будет. Ты будешь хилить Апельсин и Юпи. У кого-то есть еще танк? Я не стал. Ну, это понятно. Придется тебе спекаться в танка. Короче, следите за своим агро везде, потому что у нас один протовар. Будете следить за агро, нам будет плохо. Нам нужна ренжа, чтобы нас цепная молния не убила даже в легком режиме. Поэтому РГД нам на ренжу пробуйте. Это я... Да, кстати. Хорошее замечание, друг мой. Вторая фаза пойдет. Вторая фаза означает, что люди, которые в туннеле, они пройдут этот ивент. Дойдут до босса, вон этот чувачок на белоруса похож Торим. Тыкнут его, он спустится вниз, начнется вторая фаза. Тогда в это время все должны выйти на дистанцию. 8 метров друг от друга, как на совете 25-9. Тогда мы точно эту ачиву сделаем. Если, конечно, танков не уронят, тогда да, мы сделаем. Мелики тоже в раньше уходите. Просто стойте, там, тыкайте топориками и так далее. Тоннель идет, Гутербол, это хил, Юпи. Чек на пул. Можно в Хивайзенах спрыгнуть, что стоит. Ну давай, хил. Больше танков, больше дела. Каску, лапу, кулак поваром. Чек на баф. Все готовы. Давайте бьем оба. Прислужник клана темных. Так, первая фаза пока. Все, кто остался в комнате, стоим в звездочке. Звездочка вот. Никто ничего не будет. Пока протовар на себя не заберет моба. На Войде сейчас стан. А нет, это прокалывание. Если вы умрете, вы разобьете сердцу ни к чему. Кральчик, ты на рейндж выходишь, все на рейндж выходят, делаем бессмертей. Кому? Все выходят на дистанцию, делаем бессмертей. Зачем такие вопросы задавать? Нет, кому сердце от молнии? Бегать или нет? Я вот это нет, спрашиваю, разумеется. Не бегать. Все просто выходят на дистанцию. Ну, полукругом становится и все. Не надо никуда бегать. А это что, все в центре стояли? Что ты говоришь? Почему все в центре стоят? Ну, Бёрн, потому что с стен выходят мобы. Ты стоишь возле стен, агришь на себя трех мобов. У тебя становится 50% хп. Ты не понял этого? Ну, ты только что сказал, все на рейндж выходят, а в итоге все в центре стоят. Я сказал про вторую фазу, я отвечал человеку.
Алло, слышно меня? Угу. Мне да. Свет отключили. Это будет весело. Попирайте, пока я не зашел в игру. И пока свет не включат. Уже отключили. А кто это говорит? Это Олег. Я просто голос тихий какой стал. С телефона не вон. Что, уже на пожарного идете? Угу. Умер кто-то? Нет. Ничего, скоро умрет. Бегите, скоро. Босса не трогайте, спускайтесь вниз все, помогайте мобов добивать. А ты в комнате был, да? Угу. Ну, я сейчас зайду, поеду возле босса. Ну, скажешь, как зайдешь. Так у нас нет времени, Берса через 2 минуты. Чё, запускай, да, я не хотел ждать. Парень, давай. Геру тогда надо. Кто там забирать? Пять секунд. Этот удар. Чуть не удар. Ваншот, лук. Че тебе говорил, Сова, забери босс. Ничего не говорил. Я не слышу ничего. Ничего это не говорил. А дебаф висит, босса танчу, заебись. Ну ничего страшного, бывает, Войд немного затупил, не посмотрел дебаф, ну, в следующий раз будет лучше. Да, не было на нем дебафа. Был там дебаф, он типа... Просто не увидел. О, снова рецепт на 50 тысяч. Верно, я его выиграю, нет, не я. Нету здесь моего преста, там роу всегда высокий. Так, защитник ролем. Блин, я тоже думал, что сделаем чего, но нет. Как мы сделали? Я забрал печать. Кто-то своровал. Вот это вам всем конец, это же офигенно. Это пиццу снятен конец своровал, наверное, печать. Так, ламбруа. Идем делать хардмод. Да, печати выпадают только с хардмодов. На ком хардмод? Поэтому пожарный самый ценный хардмод, так мы его редко делаем. Тебе повезло в этом рейде его сделать сейчас. Ну, если, конечно, мы его сделаем. Там их два интересных босса. Здесь это Фрейя и этот Мимирончик. Алгалончик, ёк. Не, алгалончик чисто визуально интересный. И все. Давайте постараемся таки быть. Возьмем себя в руки, постараемся. Мне в хиле остаться, задрак. Если давай в ДД. Здесь тоже 2 хила даже достаточно. Ну, если они, конечно, 6К плюс. Пускай будет 3. Давайте сначала сливаем страж клеточник, звезда. Тяните этого моба, как в РС-ке. Командира, вы тянете. Ну ладно. Наверное, второй танк нужен.
А зачем это надо? Я вон корни поставлю и все. Что-то смешного. Не знаю, просто люблю, когда Джерри он и Трисия умирают. Да, классно, наверное. Да, не смешно было, когда ты Хук Хилл бегал, кусал на Ванателе. Это было не смешно. Кричал, это чтобы меня никто не передамажил, короче. Ладно, попробуем здесь делать хардмод, он сложнее, чем на Торине. Как показывает практик, перетянуть моба без несалис. Убывайте бафа повара. Каску дайте, ладно. Разводите мобов. Ой, я поставлю тотем. Опа. Повару каску еще. Ладно. Егор. Чё-то с босса сами. Что ты говоришь, что я свернул окно? Согрели босса уже? Да. Где? Бля, в натуре. Ладно, давайте под босса. Давайте все эти подбосы. Появится большой древень. Его убиваем. А нет. Жопа. Звездочку играйте. Не, ауешьте, какая сова бьет. Не бейте ауе дамагом. Сказал звезду бейте только. Так. Деревца надо слить. Точечно играйте. В одного моба нету пока времени поставить метку. Давайте дальше звездочку. Потом кружок. Вот тут уже все можно заводить еще один раз, да? Не будете случить чай, пожалуйста, они вас дамажат. Я давно показал, что еще никто не умер, да? Не, уже там упал, тело встал с ума. По-другому, бля. Да нет. Кто умер? Да никто не умер. Я в последний момент успел флешкой подхилиться, знаешь. Так хорошо, что я... Хранительница жизни. У меня было меньше процента жизни. Да, кстати, если бы не бьёшь, то бы упали. Жить в усах, хитрота. Я отдам. Да фуга там роли на кота вроде или нет? На всех. Конечно. Если бы сейчас Бёрн в коте остался, мы бы упали просто. Защитник, две штуки. Есть время перекурить, пока там тактику будем писать. Да, иди. А я пока диалог послушаю на печати, мне главное с пожарника печать. Да, иди, пока время есть. Слушай диалог, а не тактику, все правильно. Лен, две минуты. Не начинайте. Краль, я тоже хотел отойти. Я хотел к тебе прицепиться. Ну там три трая будет потом, не убьете, просто зарегулируйте. Это трупол за тобой прорвозит. Да кто отходит, знает. Пиздец они. Ларь алхимика. Алхимики все, верно? Петрота, ты алхимик, да? Нет, но ведь можно попросить алхимика открыть. Красава. Нас просто ролят его, кто алхимию изучил. Давай, Фуги, я заберу алхимию вместе. Где первая пати?
Пока вы там разруливаете, можно я с Трисией покурю? Ну ладно, я тогда могу на ДЦ зайти специально для этого босса. Хотя, а не, подожди, не зайду. Я тогда печать хочу лутануть. О, поздоровайтесь, Селена. Селена зашла в игру. Помнишь, кто это? Селена, да, нормальный хантер. Селена Прист. Ну и хант у нее был, по-моему, нет. Чего вас стая включена, выключите. Леголас кикни. Ну ладно. Ну придется маню. Перекните на суман. Как Бьёрну в хиле или в коте. Олег. Тут Ардрушка хотя бы один точно нужен. Только я не знаю, там Фога, наверное, или где. Давай Бьёрн. Давай Бьёрн в Ардру. Подожди, да. Бьёрн в Ардру, потому что баф от кота и так есть. Пойдем. Правда, у нас слабый Рестер Шаман, слабый Холипан у нас играет роль все равно в ДЦ. Скажите, пожалуйста, если мы пожарную делаем, я не помню, какую делать, честно, что делать. Я могу спекнуться с Вершама сейчас. Не надо спекнуться с Вершама. Что, тут все просто. Босса больше хп, больше наносимый урон и разливается лужи, с которых нужно выбегать. То есть... Нужно рационально использовать свободное место в комнате. То есть надо будет просто бегать за меткой, выбегать вовремя с лужи. И все. Водить босса по кругу. Это на последней фазе. А все остальные фазы... Да? Ну это и, на... и без хардмода, понятно.
Объясни про этот, про взрыв, там одна третья площадь. Так я ничего не объяснил, это вот что ты хочешь видеть. Какой взрыв? Есть, капля которая. Ты про эту водяную бомбу, что ли? А, да-да. Ледяную бомбу? Ну, просто смотрите в комнате, куда падает эта большая ледяная бомба, и отбегаете в метку РЛ, и все. Чем дальше от этой ледяной бомбы отбежите, тем больше шансов, что вы выживете. Что еще сказать? Это же, блин, очевидно, это как рассказывать про лужу на ребре, что в ней нельзя стоять там. Или это притяжка на синдре, надо дальше. Ну, сколько раз не делали, всегда умирают на вот это. Понимаешь, в прошлый раз, как тебе сказать, ты говоришь человеку, что надо забежать в звездочку, там падает лужа, ну вот эта бомба. Никто не слушает тебя. Человек замедленной реакции в 10 секунд, ну... Тут ничего не поможет, ни реакция РЛ, например, ничего. Просто надо тренироваться, например, наверное. Можно вопрос? А эта водяная или ледяная бомба, она падает на какой фазе? На первой или на всех? На второй фазе и на последней. Последняя фаза — это все смежная, короче, фаза всех трех фаз. То есть там будет и шоковый удар, и красная метка, и ледяная бомба. И обстрел. Для меня самое сложное — это обстрел. Потому что когда бывает обстрел, надо забегать за спину, а за спиной у босса уже тикает лужи. Это единственная проблема для меня. И что же делать в такой ситуации? Ну, просто надо, не знаю, посмотреть на таймер, заранее выбирать выгодную позицию, стоять сбоку. И оббегать босса как можно быстрее, находя свободное место без лужи. Вот и все. Главное, здесь еще главное то, чтобы танк адекватно водил босса на последней фазе. Лужи же не будут пропадать, они будут появляться все больше и больше. Вот. Это тоже играет большую роль. Ну, в принципе, сейчас... Нет. Твой специально фикашит, чтобы не рассказывать тактику. Ладно, чек на пол без просто так убьем, конечно. Скажи, кто в хилах должен быть. Ладно, идем на кнопку. Давай, ты в хиле, апельсин, юпи и бёрн. 5 хилов. Ладно, попробую поэрелить в хиле. Вся надежда на гудербула. Миленький, оббегайте далеко, когда шоковый удар. Повесь щит земли, гутербом на Войда. Все подтвердили готовность, погнали. Смотрите внимательно, где появляется лужа, отбегаем звездочку потом, смотрите. Ладно, видите, лужи появились, отбежали. Бейте босса, Войд начинает бить босса. Надеюсь, центр. Ну, пула, наверное, нет. Бежали. Далеко бежите. Нормально, ничего страшного. Так, Бёрд, поднимай Трисию. Сейчас будет шоковый удар. Убежали медики. Да бейте босса, не втыкайте. До 2 лямов потом стопаем. Нужно стопнуть, потому что босс там потушит огонь на первой фазе, это важно. Бейте пока босса. Бежали от плазмы, бежали в шамана. Стоп по боссу, не бить босса. После шокового удара он потушит огонь. Смотрим внимательно, бежали от шокового, бежали от лужи. Смотрите внимательно, видите? Тушит удар сейчас. Сейчас потушит. Вот, поднимите пламя, все, добивайте босса. Смещайтесь крестику, звездочку. Блять, она перевешивается. Добивайте босса. Убивали 2 гимноману, ставил тотем. Сейчас самое главное — это разливать правильно лужу, то есть стоять под стенкой. Видите, лужу Хилинка, Вивальди, Леголас и Хитрёга бьют голову на последней фазе. Надо дойти до этой фазы еще. Ладно, посмотрим.
И такие лужи будут на каждой фазе. Так. Все, можно подбегать уже. Нет, еще одно пламя было. Еще пламя. О, блин, нудные. Ладно, давай посмотрим. Все, побежали. Короче, сейчас самое главное не стоять прямо под боссом, потому что вероятность будет такова, что туда кинется лужа, поэтому стоим где-то на границе вот здесь. Есть эти звездочки? И внимательно смотрим за красной меткой, которая будет в комнате, и ледяной бомбой. Смотрите, ледяная бомба пошла, смотрим. Видите, босс пустил вспышку. Ледяная, она сзади вас, отбежали к звезде. Быстрее, перебегаем. Видите, где ледяная бомба? Сейчас она потушит огонь. Видишь, ни в чем был невнимательным, он умер. Алис, Лася, подымай. Триси, это никчема. Бля, я не сменил шмот, короче. Обстрел 5 секунд. Скоро будет обстрел. Стрел готовимся. Забежали за спину, быстро. Прожми точку. Вот так, стоим. Не в одной точке, стойте в звездочке. Отбежали. Лужа не заходи. Все, РТД добивайте на расстоянии. Постоянно двигаемся, надо захилить рейд. А черт. Так, ледяная бомба. Видите, ледяную бомбу пустил босс. Где она? Видите? Отведи там на полу. Не вижу, где она. Я тоже не вижу, где она. Вон она за вами, вон она в огне. Да, отбежали. Уходите быстрее. Она взорвется сейчас, 30 тысяч урона, ваншот. Сука. Вот. А почему все? Что страшного? Побежали? Давайте в звездочку забежали. РДД, бейте башку, видите, башка появилась. У меня есть БР, кому поднять, скажи там. Ну, подымай кральчика, это демон. Нет, ты круто. Забежали. Можно поднять, а он кральчик. У него КД. Йорны, главное, поднимите, он же рестор. Да это, не сливайте этих там маленьких каких-то роботов, забыл название, они тушат огонь. Да плевать на рестор. Сигнальный робот его. Короче, не сало дает. Забежали в звезду. У вас должны быть мозги, чтобы понимать, куда бежать без этого, без РЛа звезды. Олег, надо Бьорна поднять, он хил. Да тут не надо ничего хилить, здесь надо отбежать от лужи. Побейте быстрее. Подымай кральку. Кральку подымай уже. А где она? Я сейчас не могу. Ну, значит, подымай. А ты танчишь джерем, да? Ну, давайте, пойдем. Твои все прекрасно видели, как это убивается. Я просто в оленьем шмоте хилил. Там надо. Пошло. Видишь, мы бомбу увидели, пока ее искали глазами, мы потеряли время. А потом люди отбегать им говорят, они уже хуй знают, куда отбегать. А ладно, я сам не видел бомбы. Теперь вы знаете, что такое бомба. Ледяная, надеюсь. Поставьте плюс, кто узнал это. Синий огромный шар. Ну точно был бы. Было бы еще видно. Никто не узнал. Вероятность убийства босса 0. Если умирает с пула на первой фазе, рак по пулу ходит сюда полгода уже. Мне кажется... Ты видел, как я умер? Мне кажется... Хотя в одной точке быстрее. Мне кажется, когда вы кнопку нажали, ну, вот. Надо подождать, пока танк соберет босса, не дамажите. Так ты же стоишь просто секунд две, босс уже в активном режиме, ты стоишь, ничего не делаешь, просто странно. Если кто-то вперед нажимает на босса, он идет на вас. Нужно такой у нас сейчас, ладно. Искра воображения, дубль 2. У нас 6 престов, там ДЦ точно ни у кого нет? То очень потно хилить. Да, я сейчас 600 ках нахилил, я в Элеме хилил, еще и рыбу. Давайте раситесь быстрее. Здесь сейчас была проблема не из-за хила. 5 человек умерло, бомбу. Второй фазе тушите огонь, третий фазе, вы слышите или нет?
Ну неправильно на второй фазе тушить огонь. Бомба, а не тушит огонь. Надо рейду толпиться там, где много огня, чтобы туда упала бомба и рейд перебежал на другую сторону. В итоге на третьей фазе дофига огня, и один бомбобот не успевает его хилить. Там надо, чтобы две бомбы упало в огонь. Ты если прав. Никто не заметил, весь центр был залит. Мы бы по-любому не убили, даже бы если бы перевели босса, потому что там еще огонь развивается. Так что как-то надо тушить огонь на второй фазе, а не делать центр залитым, два края залитых, ну, типа... А что делать с меликами? Я думаю, мелики в РДД-зоне поставят, да? Будем просто перебегать. Да потусуется. Но надо бомбу, понимаете? На второй фазе. Вторую бомбу надо ждать, ну, это как стопать ДД, ну, ДД на первой фазе, чтобы она потушила пожар. Ну, сейчас не надо ничего стопать, сейчас будет... мелики не будут бить, давайте к звездочке отходим. Это, кстати, хорошее замечание. Мы раньше просто завергали и все. Бафа у меня хватало. А таймер никто не видел в ДБМ, есть вот этой ледяной бомбы, нет? Нет. Да зачем таймер? Просто там анимации у босса есть, то что он крутится и выплевывает такую фигню. Да, анимация есть. Когда все в огне, ни хрена не видно, где эта ледяная бомба, куда она падает. На босса, когда смотришь, босс кастует ее там 3 секунды, или секунды каст. ДБМ пишет еще. Треск по друиду. Так, кралька СС на Бёрна. Принцлер, готов? Сразу, я запускаю, ты сразу становишься под босса, ой, ты начинаешь агрить, а не стоишь где-то, я не знаю, в облаках где-то стоишь, куришь. Звездочку перебежал. Сразу огонь, сразу бежим, не смотрим на звезду, она может затопить. На полном войда. Так, это просто плазма. Сейчас будет шоковый. Набежали. Боже. Холипал СС, ой, частицу на Войда. Но не путайте плазму с огнем. Плазма это просто дебаф, который нужно захилить хилам, а огонь это выбежать. Стопайте по боссу. Стоп по боссу. Надо подождать, пока босс потушит огонь. Убежали от шокового. Ну вот, потушилось, переводим. Давайте будем стоять здесь. Блин, метка спала. Ищите рестер шамана Анрикса. Давайте быстрее звезду. От одной стенки до другой. От одной стенки до другой. Поначалу. Он почему-то на вурдалака идет. Хотя бил его уже. Не уходите далеко, не заливайте, стойте. Альтея, давай гимноману. Уходи только служи. Еще огоньки. Давайте звездочку. Здесь нормально, здесь надо. Становитесь возле звезды и бейте босса РДД. Попробуем так. Это гном надо меликом тоже бить. Мы будем долго переводить. Ну, короче. Длинная бомба, смотрим. Так. Блин, ну куда она кинула, Джерин? Это, по-моему, она рандомно кидается. Отбежали звездочку. Отбежали огня. С метки вышли. Ну, видишь, что не вышел. Отбежали к звезде. Бежестрее. Как вы бегаете? Видите, где звезда вообще? Так. Нет, хитровая идея была, Джерри.
Не, не, поднимай, падаем. Не, это дерьмовая идея, Джерион. Заходите. Просто зергаем босса. Ледяная бомба падает рандомно, не в, этот, не в количество людей. Она по третьей комнате падает. Комната разделена на три части, она треть падает. Ну смотри, мы разливали лужи в одной части комнаты, а бомба кинула совершенно в другую, где не было огня. То есть лучше стоять всем под босса и все. Смотреть, где падает бомба, и дальше отбегать. Когда не будут падать люди, которые медленно соображают. Бомба это еще, по-моему, на третьей, на последней фазе есть. Да, последняя фаза это суммарные первые три фазы. Апельсин, Юпи, что ты стоял метки? Я же сказал, отбежать от меня. Ты умер. Если вы так будете умирать, то мы точно не сделаем пожарного. Все с метки не можете выйти. Давайте быстрее кнопки идем. А если сделаем пожарную, мы дальше идем или мы все? Да, идем. В смысле прыгает метка? Ну так это весь бой в этом состоит, чтобы накручивать круги, разливать лужи. Но он имеет в виду, что с тебя метко слетает звезда, и он не видит, куда бежать. А, про это? Блин, это ДБМ, надо что-то с ним сделать. А там да. В исключение, по-моему, можно звезду добавить, чтобы звезду он вообще не использовал. Да, сейчас макрос где-то будет у меня. Так. Видишь, в чем проблема? Вот вы втроем упали, человека третьего, который вы упали. Вы упали из-за того, что вы далеко от босса стояли. Вот с начала фазы, как он двигаться начинает, вот это туловище, 40 секунд отсчет, и через 40 секунд будет вот этот обстрел. Надо по таймеру смотреть. Ну или какой-то секундомер включать. Знаю, я был на расстоянии 25 метров, просто спокойно оббежал это. Так не все могут так отбежать. Если у человека лагает, он не успеет точно. Так, я запускаю босса. Кулак. Далась на пуль нам. Интеллект. Все, у меня был черепок. У меня черепок на двойке. Кулак по медведю. Смотрите, опа, спам такой пошел. Набежали плазма, шоковый удар. Забудьте на переходке на вторую фазу вивались 5 гимноман. Стопаем по боссу, курим. Хитрота, давай инту. Можешь дать интеллект? Ну, сейчас будет переходка. Не так кнопка была. Все, добивайте босса. Пошли к стене. К стене пошли. Ставлю тотемную ману. Хрена ты так бежишь, я не могу понять. Может, мы здесь не будем стоять на третьей фазе, это не существенно. В четвертой фазе, зато когда водить будем, именно поэтому оранжевые были. Ну, я имел в виду последняя фаза. А где огонь? Ну, падаем его. Ребят, бой спал. Бой с Мироном продлился.
две минуты. Мне понравилось бой с Минероном. Он должен появиться, а вон появился. Вон он появился, Олег, Олег. Только не тыкайте на него. Пожалуйста, не пускайте там. Ману отпивайте, ману отпивайте. Если хотите, мы можем просто поставить у ворот. Я вижу, у всех мана есть, чек на пул. Как ни странно. Гальчик, Копар. Это, наверное, из-за того, что я в стенку стоял вот так. Гальчик. Первый раз такой вижу, может, ГМ смотрит. Да, ГМ смотрит. Кральчик. Ладно, давай без кральчика убьем. Идем так. Так, где она проводит? Кружочек. Да, двигается, но не подтверждает ФК. Я подтвердила. Нет. Шоковый. Ты бухаешь, что ли? Забыл сказать, что шоковый скоро будет. Я просто сказал шоковый, да? Там же... Куплю. Это была проверка, зато там Вара отбежал, молодец. Стопаем? Да. Если мы убьем сейчас босса, он не потушит огонь. Беги, малыш! Малыш! Через 9 минут. Странно, я не видел, как он взял. Спал. Давайте опять черепок. Еда, гимна, мана. Стиснулись в черепок. Ого, коварный огонь. Он на нас двигается, просто отходим и все. СС есть на Берни, да? А потом. У меня КД? Нет. Это я не вам, если что. Пошли. Не стойте, главное, в центре, в одной точке с боссом, где-то вот здесь, как я вам рассказывал раньше. Следите за меточкой. Вот бомба появилась, отбежали быстрее. Бежим, и череп, быстрее, отбежали. Бомба сзади, быстрее. Вот видите, потушилась. Пошли заново под босса. Приоритет стоять за спиной, где-то здесь, только не в одной точке. То есть, скажи, красная метка, отбежали. 10 секунд, готовьтесь. Лазерный обстрел, спрятались. Там лужа какую-то, сакушку. Он может двигаться влево, вправо. Спасибо за комментарий, это мне помогло. Стань, место есть. Босс немного дернулся, не повезло нам. Ну, давайте упадем. А место есть, Сань? Да нет, не мешай. Нет, нет места. Не спрашивай. Пока вы не научитесь убивать вторую фазу без смертей, вам тут ничего делать. Надо было просто отбежать еще дальше. Босс при обстреле бывает дергается влево-вправо. Надо внимательно смотреть на анимацию босса. И все. Там надо было 2 секунды постоять в огне или пробежать через него. Можно было. Лучше пробежать, не стоять. Гиб на ХП в это время. Децел на снимуту сложно стоять в огне. Ну там, если что, 3 трая прошло, мы же убьем просто, а то я задолбался тут сидеть. Ну давай, ласт трай.
потом просто будем убивать. Он хочет очиву, а сам падает в огне, хорош. Ну что поделать, бывает. Там его крыца нету. Какая разница в обстреле за РДДшника сдохнуть, за Милика тут куча огня, я не умираю, как за РДД можно поддохнуть? А ты в танке, нет? А, конечно, я просто ДД в танке. А что, я получается один танк? Я могу спекнуть себе во второго. Я просто не знал, что... Ну что, здесь нужен второй, что ли? Ну, вообще-то да. А зачем? Чем второй танк? Ну, мобов танчить. А, мобов, ничего, прикольно. А ты чё, Мишка, не можешь по размахам побить? Да я-то могу, я просто не знал, что я один. Ну видишь, теперь ты один, и мы убьём. Так, где Лена лежит? Видишь, Лена, ты не умираешь, а они умирают. Да, вот видишь, тут люди вообще 5, сколько там, 10 лет играют, и до сих пор не могут не умирать на босса. Ну, челик, первый раз. Сейчас, 8. Если бы был ДЦ, кстати, может быть, и не парит. Так у кого-то ДЦ, по-моему, есть. Да, конечно, есть. 6 крестов, не может быть, чтобы не было. Вон, Леголас пускай на Оптимус от ДЦ зайдет и все. Да не. Какие проблемы? Ну, бывает. В следующий раз убьем, когда будет более опытнее состав. Чек на пул. Лота, калк, копар. Ничего, хилика. Каску. По медведям кулак. 10 минут дайте. Нет у меня нифига ДЦ. Дальше, ну, нет. Ладно, я запустил. Хвост. Сукаешь. Стоп. Только тебе побросил. Давайте опять то же самое делаем, давайте сюда. Череп. Где вы там? Сложно найти череп. Чего туда бегаете? Стойте в черепе. На Бьёрн хилит, не? Ну да, что хилит. Юпи, не стоит так часто войны. Не проверяйте урон огня. Что там, закончилось войны? Самоуничтожение области через 8 минут. 8 Киндерсон. Да. Длинная бомба сейчас будет. Ух ты, она попала туда, где мы стояли, отбежали. Не стойте под мордой босса, сейчас перебегайте, вам трудно хилить это все. Мне тоже. Давайте меткой будете хилить еще. Красная метка, уйди, прист. Когда там обстрел? 10 секунд.
Ой, бля, смотрите, как это. Забежали, забежали. Спокойно. Подальше. Отошли череп, подальше. Повернулся. Видите, как череп подходит? Выбегайте от этого. Стоп, стоп по боссу. Стоп по боссу. Надо вторую ледяную бомбу подождать. Красный мет. Ледяная бомба пошла, добежали в череп. Где она? А, отбежали в череп, отбежали в череп. Есть шанс убить босса. Конечно. Видите, как потушил. Стоим, где там? Играйте все босса быстрее. Стойте в черепе, разливаем равномерный огонь. Клота, давай, где ну, ничего не давай, бей босса вверху. Вертолетик. Молимся. Нет, не надо молиться. Кому ману за... Берн, я тебя залью. Не надо никому ману. Бафы по друиду дайте по Берну. СС есть еще? Я давала Берну. У Берна маны мало, надо гимн ему прочитать. Ну, кто-то давай гимн. Твой танчик бой, тихонбов. Большого моба никто пока не бьет, пока вот не заберет. Заберет его. Вроде забрал, минуты уничтожайте его. Распределяйте, кто будет, какие имеете метки на боссе бить. Давайте, умники. Вы там любите рассказывать, кто какую часть тела будет бить. Так, короче, слить равномерно босса. Три части тела. Постоянно двигаться с ним. Желательно не взрывать мины. Блять, это сало повесилось. Ты же знаешь, как танчик будет? Звездопад отключите, не убивайте их, они же тушат. Хали Саласи включил. Нормально. Раздадим рост. Милики, низ. Милики, низ, центр. Пламя. Стой, танчи в черепе, блин. Танчи в черепе. Ледяная бомба скоро будет, смотрим. Че, рост дай? Давай. Отбежали в череп, ледяная бомба близко. Первая стрела. Да-да-да. Красномет. Красномет. Отбежали. Отбежали от красной. Просто стойте в черепе пока что. Скоро будет обстрел. Иди дальше, босса, где нет огня. Помните, погнал. За спину, за спину. Стоп, пойти по башке, по башке. По башке не бить, бить только по центру низу. Отбежали в череп. Веди в центр босса сейчас. Он стоит. Хали Селаси, подымай Берн, апельсин, вставай. Берн, подымешь Фога, Фога, подымешь Капарсивина. Низ, бейте все, все низы тела. Башку не бить. Скоро будет шоковый, нужно будет отбежать. Берн, подымай Фогу, отбежали. Отбежали шоковый, отбежали куда можете, отбежали быстрее. Так, все живы, кроме... Улипала. Ледяная бомба, смотрим. Отбежали в череп. Ледяная бомба близко. Веди череп босса. Добивайте. Короче, вот эти все части тела. Сейчас убьем пожарного. И... А что за херня? Почему вы не сказали, что есть роботы, которые Silence дают? Я не мог хилить. Это сигнальное. А что же вы сразу не сказали? Говорили. Мы забыли, наверное. Говорили. Так ну, я ты просто на трае говорил. Ну все. На трае, наверное, не слушали. Сложная ачивка, просто тут надо всем думать. Ну, сейчас умер от ледяной метки, вообще не видно было ее. Тупо все да, было где ничего все. Не было. Я же говорю, что надо просто вставать в череп. Говорю, ледяная бомба, отбегайте в череп. Ну, я-то смотри. Вижу. Ты сказал реснуть Фога, я бегал, реслал Фога. А он в другой стороне был от рейда. Прикинь, как в актуале его били. Там хп по 20 тысяч, у танков сколько там было? 40 тысяч. Рейтинг две штуки. Хватка на Энха. Вообще-то с него должно было упасть рец на чанс за такой хардкор. Но с него, как всегда, хер шоу пойдет.
А то что 4000 ИП, если плюс 0 объем. Че, куда ты сейчас? Этот... Аллея какая-то полуразрушенная или как-то так, полуразваленная. Влившаяся галерея. Там, да, да, все верно. Там Джерин можешь потанчить мобов. Так, как предрекала Пеппер, 0 осколков. Ключ сейчас. Очень много осколков. 0. Ну, будет минимум 1, если идем плюс 0. Ключ от 25-ки сделал. Снял. Нет. Ну, надо торим убить. О, нормально. Кто это травил? Четвертый? Ой, трикнул.